Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин освящения часовни Покрова Пресвятой Богородицы на территории Главного управления МВД России по Нижегородской области. В этот же день сюда была принесена икона Божьей Матери Скоропослушницы, написанная на Святой Горе Афон. Идея создания часовни принадлежит сотрудникам полиции. В июне 2013 года они собрали более 100 подписей и направили письмо в адрес своего руководства с просьбой разрешить строительство храма на территории управления. В июле того же года началось возведение часовни. То, что сами сотрудники изъявили желание у себя иметь часовню в честь иконы Божьей Матери Покрова, это говорит о том, что мы идем по пути духовного возрождения. Многие люди в своем сердце находят дорогу к Богу и чувствуют, что в их нелегком служении в органах внутренних дел именно вера помогает им идти достойно по жизни. Икона Божьей Матери Скоропослушница была написана на Святой Горе Афон у чудотворного образа иконы Божьей Матери Скоропослушницы. И сюда принесена в Нижний Новгород, и она все времена будет почивать в этой часовне Главного управления МВД по Нижегородской области. Поэтому я очень рад и верю, и знаю, что это большое, доброе, святое дело принесет свои хорошие плоды. Хочется, чтобы принесла она как можно больше добра, чтобы сотрудникам было кому обратиться. И очень хорошо, что это на территории нашего управления, потому что не всегда бывает возможность посетить церковь.